Центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот» 26 марта пройдет День открытых дверей. Будут работать пункт отбора в кадровый резерв «Авангарда» и пункт консультации для всех желающих связать свою жизнь со службой в силовых структурах Российской Федерации. Гости увидят, в каких условиях проводятся занятия, познакомятся с инфраструктурой центра, в программе выставки, ярмарка народных промыслов, мастер-классы от звездных экспертов и большая концертная программа.